Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Прикоснуться к волнующей судьбе Ларисы Андерсон, легенды русского Китая первой половины 20 века, приглашает на сцену Пушкинского театра театр-студия «Окно». Известная поэтесса, танцовщица, модель, Лариса была знакома с удивительными людьми своего времени – Александром Вертинским, семьей Рерихов и Янковских, Евгением Евтушенко. Лариса – это уникальный спектакль воспоминания, спектакль возвращения русских в Россию по пьесе Виктории Василькевич и Тамары Калиберовой. Начало в 18:30, стоимость билетов от 350 до 500 рублей. А драматический театр Тихоокеанского флота приглашает на театральное шоу в двух действиях о судьбе талантливых, но голодных актеров «Примадонны». Афера стоимостью 3 миллиона долларов с песнями, танцами и искрометным юмором не оставит зрителей равнодушными. Начало в 18:30, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Концертная программа «Брамс. Симфония номер 2» пройдет на Приморской сцене Мариинского театра. Начало в 19:00, стоимость билетов от 300 до 3000 рублей. Показ фантастической драмы «Джоан Роулинг. Фантастические твари. Преступления Гриндевальда» на английском языке с русскими субтитрами состоится в кинотеатре «Иллюзион Парк». Если вы фанат вселенной Гарри Поттера и обожаете смотреть фильмы в оригинальной озвучке, это событие для вас. Начало в 19:00, стоимость билетов 330 рублей. В рамках Приморской недели здоровья ДВФУ приглашает гостей на шоу «Индустрия красоты». Вы познакомитесь с трендами коллекции «Осень-зима 2018-2019», с актуальными тенденциями в макияже и сможете примерить модные образы. Начало в 12:00, вход свободный. Земля леопарда приглашает на субботник в селе Барабаш у границ национального парка. Общими усилиями сотрудники учреждения и волонтеры уберут мусор у поворота к туристическому маршруту логова леопарда. Значительная часть нацпарка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь» разделена автомобильной трассой «Раздольная Хасан». Соседство с оживленной дорогой нередко становится причиной лесных палов, отброшенных окурков, а также стихийных свалок на обочинах. Вот уже несколько лет природоохранное учреждение проводит осенние субботники, чтобы весной землю леопарда украшали только первоцветы. Начало в 11:00, участие бесплатное. На 4-й фестиваль японской культуры во Дворец культуры железнодорожников приглашает Генконсульство Японии во Владивостоке. Гости увидят выступления музыкантов префектуры Окинава, японскую оперу, демонстрацию традиционной свадебной церемонии и старинного вида боевых искусств, косплей-шоу, выставку собак породы Акита-Ину и не только. Начало в 10:30, вход свободный. А в Большом ГУМе 17 и 18 ноября пройдет обычный маркет, где можно будет приобрести немало уютных вещиц. Шапки и шарфы, пледы, варежки, носки, а также украшения из бисера, серебра и натуральных камней, куклы и авторские свитшоты, полиграфии и открытки, гирлянды, настольные светильники и ночники. Работы представят участники из Владивостока, Хабаровска, Находки, Уссурийска, Благовещенска. Начало в 11:00, вход свободный. Отпраздновать день рождения Деда Мороза на Центральной площади Владивостока приглашают гостей и жителей города. Грандиозный флешмоб с виновником торжества и сказочными персонажами, выступление творческих коллективов Приморья, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. Начало шествия снегурочек и народных гуляний в 13:00, вход свободный. Финал краевого конкурса вокального мастерства среди школьных творческих коллективов «Битва хоров» пройдет в Пушкинском театре. Участники из 9 районов Приморья представят на суд жюри 2 произведения – вокальную визитную карточку команды и основную конкурсную композицию. Начало в 15:00, вход свободный. Взрослых и маленьких зрителей на театральный мини-фестиваль «Маячок» приглашает театр «Перекресток». Начало в 12:00, стоимость билетов 200 рублей. Детская эстрадная программа «Вкусное путешествие. Музыкальный рассказ о лакомствах разных стран» пройдет на сцене Приморской филармонии. Начало в 12:00, стоимость билетов 300 рублей. А в театре «Кукол» дадут спектакль «Три поросенка». Начало в 12:00, стоимость билетов 300 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.